Всем привет, с вами Паша и Катя. Всем привет. И сегодня у нас снова съедобный челлендж, но на этот раз мы будем угадывать... Чипсы! Я сходила в магазин и купила 9 разных вкусов. У нас там будет Лейс и другие всякие американские фирмы, которые мы не знаем. И мы сейчас закроем глаза, и у нас есть помощники Женя и Ай. Скажите привет! Привет! И они будут нам их подавать. Мы будем пробовать и угадывать. Специально обученный Женек сейчас будет насыпать на чипсы. Держи тарелку. Закрываем глаза. Наши первые чипсы. Давай пробовать. Где она? Я нашел тарелку. А мне, если честно, страшно. Ты понимаешь, что это? Я чувствую, это будет самый сложный челлендж, потому что я вообще не могу представить. Но мне кажется, что это не Лейс. Да, это не Лейс, мне тоже так кажется. Там есть либо лук, либо сметана, либо все. Идеи закончились. Я ну, что-то овощное, мне кажется, все-таки. Угу. Но они не острые. Просто обычные, как какой-то сметана-лук. Какой-то слабый. Давай открывать, смотреть. Мне кажется, мы не... У нас вообще нет догадок, что... Да, мы не догадаемся никогда в жизни, что это. Подожди. Я сдаюсь. Блин. Я тоже не знаю. Да что к чему? Я даже не помню, что у меня было. Мне нужна салфетка. Мне кажется, что это со вкусом лука. Давай откроем, посмотрим. Да. Я-то знаю, что это за чипсы. Блин. Я так и думала, что у меня была догадка, что это кетл. Это ростик гарлик со вкусом чеснока. А-а-а, я думал, что это лук. Ну вот да, на лук похоже. Похоже на лук. Я не пробовала ни разу такие чипсы. Да, мы тоже не пробовали. Давай пробовать. Давай. Вот этот, когда Женек насыпал, я чувствовал запах, и они такие вкусные. Это Лейс. Это точно Лейс. Очень нежные. Когда ешь Лейс, они прям, да, такие, те как бы твердоватые были. А, я знаю, что это. А Лейс, они мягкие, такие мягенькие. Мне кажется, давай ты первый. Мне кажется, это... Подожди, я спробовал. Это с сыром. Да, это чеддер, мне кажется. Открываем? Да, это чеддер. Чеддер и сметана. Мне из Лейс больше всего нравится с сыром, вот такие оранжевенькие. Вообще прикольно. Поэтому я сразу отгадал. Тюню. Следующие чипсы. Ну, у меня большая. Я знаю, что это. Давай на счет три. Раз, два, три. Барбекю. Бекон? Бекон. Мне кажется, это барбекю, но ты права, потому что я-то не знаю, что... А ты не чувствуешь, что они немножко сладковатые? Они сладкие прям какие-то. Okay. Я типа думал, что типа хани барбекю, типа с медом. Мне кажется, это кетл, мэпл сироп и бекон. А, и они прям такие твердые-твердые, да. Да. Ты отгадала? Да. Они прям твердые-твердые какие-то, мне вообще не понравились прям. Все, мы пробуем? Да. Я только по запаху, он сразу такой бац. О боже. Они ужасные. Они вообще не вкусные. Мне нравится в конце. Как просто какая-то химия. Да? Угу. Очень острый. Я прям в конце чувствую картошку прям. Что-то прям острое. Кошмар, мне надо купить. Так, ну давай догадаемся. Давай я первый, потому что ты-то уже знаешь, что это. Мне кажется, это какой-то перец красный, либо зеленый, халапеньо. Халапеньо. Открываем? Открываем. Это зеленый халапеньо. Кошмар, они такие не очень. Марсель. Закрываем глаза. Женек наготове, и Ай сидит, пробует чипсы острые. Она любит все острые, потому что она из Таиланда. Но ей не понравились эти Марсель. Поехали дальше. Сейчас острые чипсы, мне кажется, Женек нам подготовил что-то, чтобы закусить полегче. Да, что-то не острое. Это Лейс? Угу. Вот Лейс, когда берешь, они такие мягенькие.
прям вообще очень мягкие. Я не могу понять, что это такое. Я знаю, что чувствую. Какой-то розмарин, какая-то припарка. Точно. Но это не пицца. Это соус ранч? Но это с укропом. Чисто лук. Нет. Там какие-то очень странные были чипсы. Это лейс? Это лейс. Очень странный вкус. С травой? Это трава? Нет, это какая-то подливка. Подливка? Чипсы с подливой? Блин, я не знаю, что это. Я сама тоже не знаю, что это. В смысле, ты-то знаешь уже или нет, я не понял. Мне кажется, что это вот какая-то подливка. Ну, называй, я проиграл. Я не знаю, да я знаю, Грэмми что-то там. Смотрим? Давай. Вообще очень интересно написано «Бисквиты с подливкой. Южный стиль». Мне, если честно, не очень понравилось. Какие-то они странные. Не, мне понравились. Понравились? Да. Я лучше халапеньо съем пачку, чем вот это. Нет. Они нежные такие. Что? Ты сказал, типа, что они на ранч похожи, а ранч не может... Я просто уже все подряд начал перебирать, может, что? Я какую-то прям толстую взял. Это странное. Доритас. Точно. Точно, Доритас. Острый Доритас. Я не знаю, какие. Это точно Доритас, и они правда острые. Просто Доритас с перцем есть такие? Нет. Флейм. Вспоминай. Ой, они очень острые. Ну красные они точно. Есть такой острый соус. Известный мексиканский. Да. Чили. Да. Та-та-та-та-та-та-та-та. Тапатио, как-то так. Откуда я должен был знать тапатио, я не знаю. Ты должен. Не, ну на, но они очень острые, мне нравятся. Да. Они красные, прикольно. Я, кстати... Да, они красные, но они острые очень. Раньше не любил чипсы Доритас кукурузные, но Катя постоянно их брала. Я их очень люблю. И теперь они мне тоже стали нравиться. Пробуем. Так, я не чувствую запаха даже. Я тоже, кстати. Ну, это лейс. Вкусные? Да, вкусные, только я не могу понять, что это. Какие-то странные вкусы. Ты уже знаешь, что это? Такое ощущение, что это чипсы с крабом. Нет, мне кажется, что это барбекю. Барбекю? Вообще не похоже. Мне кажется, это барбекю. Это хани барбекю, это же так. Ладно, давай посмотрим. Да-да-да, хани барбекю. Мне, конечно, легче было. Да, вот ты знаешь. Мне напомнил просто крабовые чипсы, вот этот лейс. Специальный агент Женек нам подсказывает, что осталось всего две пачки. Две. Где чипсы? Что их так мало? Ты опять лейс? Ну, вроде похожи, но они какие-то твердоватые. Такое ощущение, что я сейчас сижу и дым дымлю. Кстати, а это что значит? Что это снова барбекю. Да, что это снова барбекю. Только они немножко остренькие, да? Нет. Немножко остренькие. Мне не острые, такое ощущение, что ты дым ешь, нет? Такой дым от барбекю. Были там такой вкус барбекю? Да, с дымок. А, я не знаю. Так, ну это точно не овощ, это... Барбекю. Да, открываем. Сладкий южный барбекю. Сладкий южный барбекю? Сладкий южный барбекю. Почему там чили нарисовано? Не знаю, может быть, они чуть-чуть. Ну это вот сладкий перец чили. Мне немножко они показали сладкий. Мне показалось, что там дымок есть, но почему на картине нет его? Оранжевый. Нравились тебе? Да, вот эти классные, мне нравятся. Мне тоже. И последние чипсы. Сейчас я навострю все свои вкусовые рецепторы и отгадаю с полуукуса. Это знаешь, как угадай мелодию. Со скольки укусов ты угадаешь эти чипсы? Это, можно я скажу? Давай. Это с слаймом. Да, это с слаймом. Прикольный. Мне сначала показалось, что Женек над нами пошутил и мыло сверху налил на них.
нет? Ну, очень необычно. Они прям какие-то кислые-кислые. Мне кажется, Рай понравится. Что они со вкусом моющего средства с лимоном. Цвет прикольный. Да. Ну, вкус сразу чувствуется, вообще вот просто моментально. Даже если ты не знаешь, что тут есть лайм, как бы ты сразу угадал. Вообще прикольный. Я последний угадал, как и сказал. Я острил все свои вкусовые рецепторы. Вот мы попробовали все чипсы, и какие тебе больше всего понравились? Я очень банальный, и мне больше всего понравились с сыром. Самый дефолтный, обычный. Сметана? Да, тут чеддер и сметана. А, да? Вот они мне очень понравились. Да, мне тоже не очень. На втором месте из вот необычных, которых я не пробовал, это вот кетл с медом и с беконом. Мне тоже очень понравились. И на третьем месте три у нас будет места. Это Доритос острые, классные. И больше всего мне не понравились, это лимонные. Да? А мне больше всего не понравились, я с конца начну. Вот эти, просто они какие-то вообще химикатные, с халапеньо. Это вообще ужас какой-то. Что, что я одни только их купила. И дальше, какие мне понравились? Доритос. Это номер один твой? Наверное. Фаворит? Доритос, да. Даже острые. Мне, кстати, очень понравилось вот эти вот гарлик с чесноком. Ну да, они такие, такое ощущение, что лук со сметаной есть. Да. И тоже мне очень понравились вот эти вот. Чипсы с сыром, от Лейс, просто божественные. Да, да, сметана и сыр. Такие они полезные. Что теперь мы с этим будем делать? Мне кажется, нам ребята помогут. Да, мы все вместе пойдем в кино и все 9 пачек съедим. Нет, мы одну выкинем. Какую? С халапеньо. Я ее съем. Да? Да. Ужас. Ну вот и все, ребят. Надеюсь, вам понравилось, как мы пробовали американские чипсы. Большое спасибо нашим помощникам Жене и Ай. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на наш канал, если вы вдруг еще не подписаны. И всем пока-пока. Пока-пока. We'll be right back.